Усіх вітаю! Ви на каналі «Цей час». Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною письменниця, журналістка Юлія Латиніна. Юлія, здравствуйте! Да, Юлія Латиніна, ее код, который сейчас уйдет. Именно так. Предлагаю начать из такого. Европейский Союз может ввести новые санкции против Российской Федерации из-за смерти Алексея Навального. Об этом пишет издание Bloomberg. Ограничительные меры коснутся 35 физических и 2 юридических лиц. Говорится в проекте предложения, среди предложенных списков несколько тюремных и правительственных чиновников, судей и также исправительные колонии, говорится в проекте. Юлия, как вы считаете, на что повлияют эти санкции, если повлияют, и вообще, довольны ли вы лично реакцией Запада после убийства Алексея Навального? Ну, слушайте, во-первых, никогда ничего не надо ожидать от других, потому что понятно, что... Так, извините, ради бога, мы серьезно все-таки вещи говорим. Потому что за нас никто наши руки не помоет, и спрашивать надо прежде всего себя. Алексей Навальный спрашивал прежде всего себя. Он сам делал все, что можно для свободы России. Соответственно, он еще и все время при этом умудрялся сохранить юмор и хорошее расположение духа. Я очень благодарна европейцам, что они и американцам, что они вообще на это отреагировали. Очень благодарна президенту Байдену, что он принял Юлию Навальную и ее дочь. Очень благодарна, что в резолюции, в которой, которую Европа приняла, что там было сказано, что мы различаем между россиянами и диктаторским режимом Путина. Потому что, собственно, на этом стоит Европа. Европа пережила Вторую мировую нацистскую и просто поставила на этом крест. И это одна из самых страшных вещей, которыми она не хочет возвращаться. А, соответственно, честно говоря, от того, что какие-то санкции чего-то могут сделать, во-первых, санкции в принципе ничего не могут сделать, мы это видели уже во время войны. Во-вторых, ну, карточки россиянам не запретили, и то ладно, потому что при способности Европы найти, искать под фонарем, а не там, где потеряли, этого нельзя было исключить. А что они там ввели санкции против начальника тюрьмы? Ну, я как-то сильно сомневаюсь, что он этого не переживет. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, мог ли Запад не допустить, чтобы Путин убил Навального? Америка, Германия, которая, как уже всем ясно и уже объявили об этом, занималась обменом Алексея Навального и не удалось, к сожалению. Можем ли мы говорить о том, что почему-то Запад не дожал Путина? Не было, возможно, достаточных рычагов влияния или может, в чем-то другом причина была? Или Путин все же решил убить Навального еще в 2020 году, когда его отравили, и это уже было окончательное решение? Я не считаю, что у Путина были какие-то четко отфиксированные планы, потому что Путин вообще большой оппортунист, и он смотрит, что пройдет или не что пройдет. Он много раз менял те же самые свои планы во время украинской войны. Он, например, в апреле, когда он понял, что ошибся, в 22-м году был готов заключить мир. Согласитесь, что это означает, что он много раз менял свои планы насчет Навального, во всяком случае, мог поменять. Ну и вообще человек так устроен, мы все думаем, что у людей там за 3 года какие-то страшные, ужасные планы, а на самом деле большинство из нас не знает, оно на следующий день будет посуду мыть, или пойдет на рыбалку, или пойдет с друзьями в бар. Государственные решения принимаются на самом деле приблизительно таким же способом. Велись переговоры об обмене Навального, как нам теперь это хорошо известно. В частности, то есть, собственно, инициатором, одним из главных инициаторов был Христо Грозев. Это был человек, который не только первым нашел, как отравили Навального, и выяснил отравителей. Это был человек, который понял, что после начала войны Навального нужно вытаскивать любой ценой. Понял, что единственный человек, на которого можно его обменять, это как раз Красиков, берлинский убийца. Собственно, Христо Грозев и разоблачил Красикова, потому что, когда его арестовали, там была совершенно другая фамилия, были другие представления о том, зачем и почему он это сделал.
Христо Грозев, более того, принялся продолжать вскрывать сеть путинских агентов по всему миру. Фактически он набирал материал для обмена. Это нечеловеческое, это вот просто такое... Я опасаюсь, наверное, в ситуации перехвалить частное лицо, но просто невозможно преувеличить размер того, что сделал и какой на себя сизифов труд взвалил Христо Грозев. Но поскольку Христо и вообще соратники Навального, поскольку они не являются крупными чиновниками или крупными бюрократами или политиками, то эта идея, с моей точки зрения, она зашла с неправильного конца. Ее, грубо говоря, не Байден или там не Салливан выдвинул, а ее выдвинули люди, которые фантастически известны, которые, много делают, но которые не часть этой бюрократии. И когда бюрократы услышали эту идею, они либо ее начали отталкивать, либо некоторые из них пытались присвоить ее к себе. Поэтому это тянулось 2 года. Путин тоже понимал, что это тянется очень долго. Путин в свое время взял Ивана Гершковича в заложники, и мое полное ощущение, что он взял в заложники Ивана Гершковича ровно для того, чтобы его обменять на Красикова, а не Навального. И в тот момент, когда Путин решил, что он сейчас одерживает победу, что он сейчас берет Авдеевку, что у Украины нет снарядов, мне кажется, он решил, что вот надо сделать, что ему проще сделать вот так. А поскольку переговоры к этому моменту зашли достаточно далеко, и более того, насколько я понимаю, было получено предварительное согласие Германии, и уже арабы, Дубай, Абрамович, там они вот вовсю работали, и я не знаю, насколько это далеко зашло, но там есть рассказы о том, что это могло быть буквально состояться обмен ровно через неделю, то Путин решил проблему таким способом. Да, Христо Грозев сказал о том, что независимое расследование об обстоятельствах убийства Алексея Навального должны уже закончить это видео в течение месяца, то есть мы это увидим. А есть ли у вас интуитивное какое-то ощущение или гипотеза, каким образом могли убить Алексея? Вот Христо говорит о том, что, возможно, это было отравление каким-то типа новичком. Послушайте, давайте здесь все предоставим Христо, потому что, значит, я буду выглядеть как писательница детективов Ариадны Оливер в романах Агаты Кристи, который говорит, это моя женская интуиция. Вот я присоединяюсь к мнению Христо, но давайте подождем результатов расследования. Но, во всяком случае, совпадение. Понятно, что я, откровенно говоря, не верю вот в эту теорию, что у Навального что-то там не выдержало, его уморили, он слишком долго сидел в ШИЗО, потому что, во-первых, это ценный кадр такого рода, который, во-первых, является номенклатурой Путина, то есть решение о его жизни и смерти принимает лично Путин, с моей точки зрения. А во-вторых, вряд ли такой ценный актив они бы просто ни с того ни с сего случайно сгубили. А в-третьих, как-то это все очень совпадало с активизировавшимся обменом. Юлия, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете то количество людей, которые пришли проститься с Алексеем Навальным? Вы удивились? Я обрадовалась. Mm-hmm. Я была потрясена, и потому что, собственно, пропаганда, что делает пропаганда? Пропаганда внушает, как пропаганда устанавливает единодушие. Она внушает, что оно уже есть. Ребята, вам бесполезно рыпаться, все уже в это верят, поэтому присоединяйтесь. И развиртуализироваться и увидеть, какое количество людей не верят пропаганде, даже близко не верят пропаганде, это всегда очень полезно. Это, собственно, тот же эффект был, в гораздо менее сильной форме. Он был, когда люди выстроились в очереди, чтобы оставить подпись за Надеждина. И посмотрим, что будет 17 марта, сколько людей придут в полдень на участки. Потому что это очень хорошая мысль Аббаса Галямова, что поскольку в современной России протест запрещен, за него страшно наказывают, то есть это не нерациональное поведение протестовать. Люди протестуют, когда они понимают, что они этим чего-то добьются.
Если они понимают, что они из-за этого лишатся работы, денег, свободы и так далее, это нерационально, они не протестуют. А те, кто это делает, это герои. Вот, собственно, все, кто пришли, это герои. Да. И, кстати, появляются сообщения о том, что силовики в Москве отслеживают тех, кто приходил на похороны Алексея Навального. Одну из активисток даже арестовали на 7 суток. Суд признал ее виновной по статье об участии в несанкционированной акции. Как сообщает издание «Медуза», ссылаясь на свои источники в Кремле, в зоне риска те, кто был активен, а не просто стоял с цветами. Как вы думаете, какая цель этих задержаний? Запугать? Ну, слушайте, та же цель, что у всего, потому что то, что сейчас происходит в России, это, строго говоря, да, это можно назвать террором, потому что террор в том числе произволен. Это одна из его важных черт. Это, конечно, еще не 37-й год, но степень репрессивности режима, она перешла степень, допустим, та, которая была в брежневское время. Просто там количество политзаключенных больше. И понятно, что в стране, где сидят Яшин и Карамурза и Евгений Уберкович, судят формально за пьесу, а в реальности за антивоенное стихотворение, понятно, что каждый человек, который туда пришел, ну, было неизвестно дальше, что случится. И тем ценнее, что люди пришли, потому что у них есть как бы бумажка, у них есть официальная... Вот, но это же не запрещено приходить на похороны. И это не запрещено приходить 12 часов на выборы. То есть, ну, не на выборы, а на ту церемонию, которая называется выборами 17 марта. И вот любой возможностью высказать протест при минимальных рисках, мы видим, пользуется очень большое количество людей. Что совершенно нормально, потому что, ну, для того, чтобы высказывать свой протест при больших рисках, надо иметь хоть какую-то надежду на то, что этот протест окажется удачным, что там что-то произойдет, кроме того, что ты сядешь. Там по разным оценкам проститься с Алексеем Навальным пришло около 20 тысяч людей, кто-то даже называл большую цифру, кто-то меньшую, как, например, официальный Кремль. Юлия, как вы думаете, а на акцию «Полдень против Путина» придет еще больше людей или не факт? Не знаю, но надо обратить внимание, что она очень хорошо задумана, потому что, в общем-то, избирателей много. Понятно, что в 12 на участках будут, ну, при минимальном успехе этой акции очереди. Эти очереди можно будет показать, а юридически к чему-то придраться будет сложно. И поскольку таких людей будет много, очень много, то, опять же, просто... не совсем понятно, что будут предъявлять силовики в этом смысле. Она очень хорошо продумана, обращаю ваше внимание, именно организационно, потому что Путин еще большой крючкотвор. Он же, обратите внимание, он же не просто так сажает людей. Он сначала принимает закон, условно говоря, о фейках, об армии. Закон-то есть? Вы, конечно, можете сказать, что в нем черт знает, что написано. Но это вот характерная черта режима. Ее, кстати, отмечал Григорий Юдин, которого я очень уважаю, что все почему-то считают, что если в стране соблюдается закон, то вот это, значит, признак демократии. Так это зависит от того, что в законе написано. Но поскольку в России... Путин очень любит соблюдать юридические нормы законов. А поскольку в России нет закона, который приходит, запрещает в день выборов приходить в 12 часов на участок, то вот это очень хорошо продумано. Какой алгоритм, извините, действий на самом участке? Что делать с бюллетенями? Голосовать за кого-то или нет? Вот, например, Максим Кац почему-то призвал голосовать за Даванкова. Кажется, правильно я произношу фамилию одного из кандидатов в этом списке. Я не знаю, какая у этого кандидата, значит, вернее, я знаю, какая у него фамилия, я не знаю, где у него ударение. Да. И я думаю, что это много говорит об этом кандидате. Смотрите, как я понимаю, самое главное, вот главная идея этой акции – это как раз прийти в 12 часов, а все остальное люди могут... То есть просто говорить, ребята, делайте что угодно. Потому что, ну, всем понятно все равно, что
результат нарисуют. Всем понятно, за кого бы там ни голосовал или испортил бюллетень. Самое главное в этой акции – это как раз тогда вот это объединяющее начало. Не, ребята, что надо конкретно делать? Потому что если кто-то сказал, нет, давайте все портим бюллетени, то, понимаете, дальше, значит, посчитали бы количество испорченных бюллетеней, оно было бы сравнительно небольшое, а более того, там еще какую-то часть этих испорченных бюллетеней куда-нибудь дели бы и сказали, вот смотрите, как мало. Или посчитали бы количество бюллетеней за Дованкова и тоже сказали бы, вот смотрите, как мало. А вот поскольку главная идея – это показать эти очереди, и показать большое количество индивидуальных бюллетеней, которые люди там сфотографируют и выложат в Facebook, то вот здесь мы имеем хорошие, большие результаты. В России появляется... Да, в России появляются еще уже больше и больше роликов, зазывающих на выборы, так называемые выборы Путина. В одном из них Путин, ну, не настоящий, там, мультипликационный, скажем так, якобы поет кавер песни «Инстасамки», она называется «За Россию, да», такой смешной якобы ролик, в нем участвуют друзья Путина, Ким Чен Ын, Лукашенко. Там упоминают о Западе, который без газа, без тепла в целом. Выглядит так, что ролики снимаются и показываются с целью привлечь молодежь к выборам и все же проголосовать за Путина. Как вы думаете, а для Кремля на самом деле важно, чтобы была эта явка, особенно молодые люди, или они в любом случае сфальсифицируют, и это так, ну просто... Слушайте, одну секундочку, насчет роликов вы более осведомлены, чем я. Так я не понимаю, это настоящий ролик или это пародия? Нет, нет. Или это неотличимо друг от друга? Ну, новости оно... панорамы становятся хроникой ТАСС. Ну, кто-то говорит, что это с помощью искусственного интеллекта это все сделано, Путин там якобы танцует, но он такой мультипликационный, как я говорю, и аффилированные к Кремлю люди это выпускают, всякие телеграм-каналы, и они очень так широко и стремительно распространяются. Такие молодежные, скажем так. Не, ну, слушайте, тут вот, по конкретно этого ролика или других, я думаю, что там просто деньги на этом осваивают, это дело святое. Хотелось бы знать смету на создание этого ролика. Вот. Но что касается того, важно ли, сколько людей проголосует за Путина, да, конечно, для администрации президента очень важно по двум причинам. Во-первых, это все организует Кириенко, да, за это отвечает. А если много людей проголосуют, придут и проголосуют за, то это значит, что Кириенко удачно решил административную проблему. Это же всегда очень важно бюрократу отличиться. А во-вторых, да, для Путина, безусловно, важно, что большое количество людей проголосует именно за него. Другое дело, что там на некоторых выборах они сушат явку, потому что считают, что если придет много людей, то среди них будет много людей, которые оппозиционно настроены. Но, понимаете, ведь сама природа власти Путина – это электоральная диктатура. Сама природа власти Путина очень долго была построена на том, что не мытьем, так катанием, административным ресурсом и так далее можно прийти, заставить большое, можно соблазнить большое количество народа отсутствием других кандидатов и так далее и тому подобное, если не Путин, то кто, и соблазнить людей проголосовать за него и предъявить это в качестве доказательства того, что вот, вот видите, народ поддерживает. Это так устроено значительное количество современных электоральных диктатур. Я здесь опять сошлюсь на Григория Йодина, с которым мы обсуждали, что мы говорили, что вот как бы это издевательство над процедурой демократии. Но уже заключается в том, что мы видим подобные же приемы начинают повторяться в странах Запада, даже не будем показывать на США. Ну, близко, конечно, еще очень далеко, да, это просто первые этапы большого пути. Но когда видишь, как там Трампа пытаются не допустить на выборы, когда видишь, как рассказывают о том, что значительное количество американских СМИ
рассказывает какие-то вещи, которые, ну, вполне бы уместными были бы на российском телевидении, потому что не, скажем, я сейчас не буду сравнивать ни Байдена, ни Трампа и не хочу в это углубляться, но когда я вижу человека, если я не ошибаюсь, на MSNBC, который рассказывает, что Байден находится в наилучшей интеллектуальной форме, и такого умного Байдена он не видал за последние 50 лет, это просто напоминает из анекдота о Брежневе. Так вот, Юдин сказал очень печальную фразу. Он сказал, что в чем-то Россия впереди планеты всей, а не позади. Вот именно в использовании таких электоральных техник. Также то, что нехорошо влияет на картинку, предвыборную картинку Путина сейчас, это то, что происходит, в частности, за последнюю ночь над российскими регионами были сбиты 6, по крайней мере, как минимум, БПЛА. Об этом отчитались в российском Минобороне. ПВО якобы перехватили 1 БПЛА над территорией Курской области, 3 над Брянской и 2 над Тульской областями. Также дрон повторно атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области. Ранее он был атакован, и там в результате чего загорелся резервуар с топливом. Разведчики еще накануне, как вы знаете, новости, потопили российский корабль «Сергей Котов». Там, по-моему, тоже проигнорировали эту новость в Кремле, никак не реагируют. Мы понимаем, насколько это для них болезненно. А вот я хотела вас спросить, как вы думаете, на россиян, на обычных, как-то это влияет или нет? Смотрите, я хочу маленький дисклеймер, потому что когда я говорила, что Путин впереди планеты всей, я, естественно, не имела в виду, как там кремлевские пропагандисты говорят, там, Запад загнивает и так далее, у кого жемчуг мелкий, у кого суп не соленый. Но, тем не менее, я просто отмечала, скажем так, печальные тенденции. Так вот, а у нас-то суп не то, что не соленый, а вместо супа уже непонятно, чего налили. Собственно, на самом деле, то, что вы спросили, можно перефразировать немножечко по-другому, какое влияние война оказывает на выборы внутри России. И мы видим, что она оказывает гигантское влияние в том смысле, что война становится все меньше популярной. Это вот просто факт, наблюдаемый невооруженным глазом. Он наблюдался как и в виде очередей за Надеждина, в связи с чем Надеждина сняли с выборов, потому что идея-то была какая? Идея была выдвинуть антивоенного кандидата, пусть этот антивоенный кандидат получит свои 1.5%, как когда-то получала Собчак и Прохоров, и вот показать, ну, смотрите, никто не поддерживает антивоенного кандидата. А когда валом повалили за него стоять в очереди, там же было до смешного что. А Надеждин, который сначала делал это все, ну, точности, как принято, в России же такие законы, что невозможно нормально собрать подписи. И, соответственно, там подписи сначала рисовали. Более того, это занимался тот штаб, которым работала дочь Надеждина, то есть все понятно. И у них было, видимо, согласование с администрацией, что эти рисованные подписи примут, и тут люди начинают стоять в очередях, и становится ясно, что подписи можно собрать настоящие. Что, в принципе, теоретически, ну, невозможно, наверное, ни для кого, кроме Навального. За что, почему, собственно, он был таким страшным политическим противником. А тут выясняется, что это можно сделать любой военный кандидат, даже вот лабрадоры. Назначьте человека, который... Ничего плохого про Надеждина не могу сказать, но понятно, известно, что это человек, который дружит с Кириенко и так далее, и так далее. А еще раз, даже не то, чтобы его туда поставили. Он, может, и сам вызвался, но его использовали в качестве барометра, в качестве термометра. Но вот его сунули в качестве термометра под мышку, вытащили, 39, и пришлось этот термометр быстренько выбрасывать. Так вот, из этого уже видно, что война как таковая занимает огромное место внутри электорального поля. А вместе с тем, все это время Путин старался держать войну на отдалении. Он же не случайно называет ее СВО. То есть это вот как какая-то такая штука, которая происходит где-то достаточно далеко. И кроме того, вот вы сказали
корабли потопили Котова. Сейчас мы к этому вернемся. Вы сказали беспилотники, сейчас мы тоже к этому вернемся, но все-таки самый главный фактор, уж если говорить во время войны, это то, что Путину удалось-таки взять Авдеевку, хотя с огромными потерями. Более того, он продолжает двигаться, его войска вперед. Поскольку война, она, правда, не любит длительности, а длительная война – это уже плохо, но война любит победу, и тут вот это как бы победа. Это с одной стороны. И на самом деле то, что происходит после Авдеевки, внушает гигантские опасения, потому что мы видим, что украинские войска продолжают отходить, мы видим, что у них мало снарядов, что, собственно, и было главным фактором падения Авдеевки. Правда, эти снаряды сейчас начали поставляться. Там, не знаю почему, вот у меня было ощущение, откровенно говоря, что просто немцы хотели поставлять свои снаряды, поскольку деньги платят они. Но когда они поняли, что они своих снарядов не произведут, то они вспомнили, что, оказывается, в Болгарии миллион есть. Там, правда, калибры немножко разные, но так вот. Юль, извините, я вас перебью на секунду. Была просто новость на днях буквально. Третья штурмовая говорила о том, что сейчас действительно враг пытается прорвать линию обороны на том участке, на том направлении, о котором мы сейчас с вами говорим, и что, мол, пока не получается, они, конечно же, пытаются, где это возможно, но мы сдерживаем. Также они пытаются стереть населенный пункт Орловку, но там враг несет просто какие-то сумасшедшие большие потери, но штурмуют и днем, и ночью, действительно, да, но наши удерживают. Ангелина, да, смотрите, давайте разложим на три кусочки. Первое – Авдеевка, второе – Черное море и Черноморский флот, и третье – беспилотники в России, потому что это как бы три разных театра военных действий с тремя разными принципами, тремя разными результатами. Значит, третья штурмовая, она же бывшая Азов, они не просто сдерживают российские войска. Напоминаю, что Красногоровку, где очень хорошие укрепления, из которых просто в беспорядке отступили украинские войска, не буду называть, какая именно бригада, третья штурмовая вошла, удержала и вернула, просто вернула. Но, тем не менее, украинские войска отступают в общем и целом. Они в достаточном беспорядке, был утрачен контроль за войсками, они в достаточном беспорядке отступали из Авдеевки, поэтому так много пленных, поэтому так много пропавших без вести, поэтому вот эти страшные расстрелы пленных, которых мы наблюдали, практически, ну, то есть просто за записи, которые опубликованы в военных преступлениях. Соответственно, они будут отступать, очевидно, в общем и целом до линии Очеретина-Пруды, где есть старые укрепления, которые были выкопаны, третья линия укреплений, которая была выкопана при Петре Порошенко, тоже они были выкопаны, знаете, так, экскаваторами капок, и все это с тех пор заплыло, но, тем не менее, это сейчас в спешнейшем порядке копается, и, извините, я это уже несколько раз говорила и не могу повторить, что, конечно, это, ну, для меня и для многих, думаю, и на Западе абсолютно непредставимо, что как это, конфигурация, которая была под Авдеевкой, она всем была очевидна, а укрепления третью линию обороны копают только сейчас. И это при том, что генерал Залужный, собственно, это было одной из основных причин спора между ним и Зеленским, если говорить о чисто военных спорах, не говорить о политических причинах, о популярности Залужного, то президент Зеленский говорил, что вот если не наступать, то союзники не дадут оружия, а генерал Залужный говорил, что надо становиться в стратегическую оборону. Это просто, честно говоря, настолько тяжелая и настолько неприятная вещь, что я сейчас даже, извините, на украинском канале не буду комментировать, оторвусь у себя в коде доступа. Сейчас не буду смущать ваших слушателей этой печальной разборкой, но просто напомню, вот не могу не напомнить, я как историк, который пишет книжку о крахе Римской империи, скажу, что Римская империя, могущественная Римская империя, в которой четверть населения тогдашней земли жила, в IV веке нашей эры, все свои провинции вдоль Дуная и Рейна превратила в серию оборонительных сооружений стратегической глубиной несколько сот километров. Ну, если это могла сделать Римская империя, то, наверное, во время войны с Россией это могла сделать Украина и построить укрепление под Авдеевкой несколько раньше.
Тем более, что Залужный, как я сказала, не то, что просил, а умолял и настаивал. Позвольте, пожалуйста, добавить. Я просто как раз заявление украинских военных, которые комментировали тоже этот вопрос, потому что дискуссия поднималась по поводу укреплений. Вот что говорит представитель оперативно-стратегической группировки «Таврия» Дмитрий Лыховий в среду 6 марта. Он говорит о том, что активные работы по строительству укреплений начались в декабре 2023 года и велись еще до выхода украинских войск из Авдеевки. Он показывает фото инженерно-фортификационных сооружений на 4 разных точках на Авдеевском направлении, в частности, за 2 километра до тогдашней линии боевого столкновения в Красной зоне. Оборонные укрепления в значительной степени уже построены, кое-где чуть дальше передовой их еще строят. В зависимости от линии это делают областные администрации, гражданские, подрядчики и так далее. Так, и также он говорит о том, что были и есть определенные организационные сложности, нехватка людей, средств, некоторых материалов вооружения, близости линии фронта, бюрократия, в конце концов, но и есть результат. Его можно потрогать, почувствовать, в конце концов, залезть в него и спрятаться от обстрелов, сказали там. А чтобы закончить эту очень долгую проблему, потому что мы можем посвятить полчаса этой истории, и, понимаете, в декабре, насколько я знаю, были проведены тендеры, после этого очень много подрядчиков еще стало и отказываться, потому что это гражданские лица со своей техникой, им надо эту технику гнать к линии фронта, и там им на голову чего-нибудь упадет. Значит, ну, тем не менее, это секрет Полишинеля, что укрепление по линии Очеретина пруды строится, вернее, восстанавливается спешно именно сейчас, и чтобы вот такого, ну, таких невероятных вещей не происходило, которые на голову не налазят в воюющей стране, с моей точки зрения, скромно говоря, во всех таких случаях нужно строительную технику немедленно подчинять Генштабу, потому что если нам говорят, и это совершенно справедливо, что речь идет о существовании Украины, то, очевидно, вопросом строительства укреплений должны заниматься не гражданские власти, не местные администрации. Ну, что, какая нафиг местная администрация? Должен заниматься Генштаб, который говорит, вот я хочу, чтобы это было здесь, и строит это за несколько месяцев, а еще желательно вообще до войны. И никто не осмеливается ему возразить, и никто не осмеливается ему говорить, что, знаете, это тут чье-то частное поле или чья-то частная бахча и так далее, так далее. А вот как человек, который, как вы понимаете, небольшой сторонник военной диктатуры, я считаю, вот в деле строительства инженерных укреплений должна быть абсолютная военная диктатура. Да, на этом мы покончим. Да, это системная вещь, которую мы просто не можем переделать. Вот даже в вашей же штуковине, как вы сказали, строят район администрации. Какая нафиг районная администрация? Я просто хочу добавить, что я, возможно, неправильно сказала, в зависимости от линии. Это делают военные администрации, строительные компании. Дальше, в зависимости от линии, инженерные части сил поддержки ВСУ, инженерные подразделения механизированных и мотопехотных бригад. Конечно, конечно, да, военные это тоже делают. Да, в том-то и дело. Так и делают. А это здесь должны... сегментировано на линии, нет, на линии, да. Ангелина, в том-то и дело, что вот из того, что вы прочли, я слышу там сбору по сосенке. Значит, приехал этот построен. Да просто солдат убежал из Авдеевки, схватил лопатку и начал окапываться. А это должно было быть построено в централизованном порядке. Вот та самая страшная централизованная военная экономика должна была быть построена в централизованном порядке по заказу Генштаба. А уж кто это строит? Вот его вызвали и сказали, строй. А переходим к следующей теме. Это Котов. Напоминаю, что вот перед этим замочили БДК, и БДК – это, ну, хотя бы корабль слепой и глухой, то есть это не тот корабль, который может сам обороняться. А на Котова, насколько я понимаю, во-первых, это новейший корабль, во-вторых, его задача как раз, собственно, он охранял Крымский мост. Это тот корабль, который должен не то что такие дроны уничтожать, это тот корабль, который должен уничтожать торпеды. А торпеда, как вы понимаете, ее сложнее обнаружить, она гораздо быстрее и так далее, и так далее.
А значит, на Котова охотились 4 раза, вот с 4-го раза его заловили. В принципе, это иллюстрация того факта, что в современной дроновой войне, видимо, все большие крупные цели, в первую очередь это касается кораблей, но также, например, касается и танков на поле боя. Я, кстати, забыла сказать, что сейчас под Авдеевкой мы видели несколько встречных танковых боев, ну, вот, собственно, тех, где и были подбиты абрамсы, которые сейчас очень любит показывать российская пропаганда, забывая добавить, что Путин потерял около 500 единиц бронетехники под Авдеевкой. Это вам не 3 подбитых абрамса, или сколько там было подбито, 2 или 3, не помню. Но для ВСУ очень печальным, очень неприятной вещью является то, что абрамсы были брошены против колонн российской бронетехники, потому что не было дронов. Абрамс дорогой, дрон дешевый. В этой войне мы видели абсолютное и видим абсолютное преимущество дешевого дрона перед любой штуковиной, которая является дорогой и толстой, будь это корабль, будь это БТР, будь это самолет, и будь это, наконец, Абрамс. Да, вот. Позвольте, пожалуйста, по поводу дронов тоже как бы сказать несколько слов. Действительно, мы видели о том, что в Российской Федерации даже сами военные, я не буду говорить своими словами, я буду говорить словами военных. Вот, например, заместитель командира батальона «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады Маляревич говорил, что ситуация с поставками дронов для ВСУ стала гораздо лучше. Бригада сейчас находится южнее Бахмута, а именно в Клещеевке, Андреевке и Часовом Яру. Что говорит? Находимся в активной обороне. Сейчас ситуация напряжена. Враг штурмует позиции, но тактических успехов нет. С FPV-дронами уже ситуация улучшилась. Раньше у россиян было в 5 раз больше дронов. Сейчас где-то 1 к 3. Нас активно поддерживают украинские компании, друзья, донаты. Государство тоже закупает больше FPV. Если за прошлый год мы получили только 300 дронов, а не конкретно от государства, то в этом году уже гораздо больше. То есть мы видим, что ситуация улучшается. А мы можем сказать общий принцип, который заключается в том, что именно наличие дронов сделало эту войну снова позиционной, как в Первой мировой войне. И, судя по всему, если фронт достаточно насыщен дронами, то он способен остановить любой прорыв и любую бронетехнику. Я даже напоминаю, что снаряды, они бьют по площадям. 2 FPV-дрона ценой 400 евро способны вынести любую бронетехнику, даже достаточно защищенную. Я не знаю, как насчет Мерковы. Наверное, Меркова будет способна откусаться. Но вот будь это старый советский танк или будь это Абрамс, она залетает сзади, она умеет уничтожать... Уже есть специальные приемы того, как это делается. И в течение долгого времени, вернее, сначала в Бахмуте в прошлом году преимущество было за украинскими дронами, потом Путин наладил гигантское производство российских дронов. Соответственно, вот Валерий Залужный говорил о том, что если дронов будет достаточно, то украинская армия вполне способна будет удержать фронт. В свое время я была в Пуэрто-Рико, и там на берегу, вот, собственно, в самом Пуэрто-Рико, в самом городе, стоит гигантская крепость, такой звездчатый форт, который несколько столетий насчитывает. Там сначала старые испанские стены, потом над ними еще стены. Все это, значит, доминирует над местностью. И на самой верхушке находится площадка, в которой вделаны рельсы. И эти рельсы еще употреблялись во время Второй мировой войны для зениток, потому что летели, соответственно, теоретически могли прилететь какие-то самолеты, хотя, насколько я понимаю, не особенно прилетали. И вот зенитки там стояли. Пуэрто-Рико была очень важным пунктом, за которым очень долго спорила, даже воевала Испания и Соединенные Штаты, по той простой причине, что при таком наличии ветров Пуэрто-Рико, вот этот вот именно кусок, контролирует вход, соответственно, в Карибское море. И вот без этого, ну, просто никак, вот это такой стратегический кусок земли. Почему я это рассказываю? Потому что сейчас это место, которое еще во время Второй мировой было суперважное, в котором там крепости, казематы, арсеналы и все прочее превращено в музей.
И там школьники ходят и смотрят вокруг. А потому что изобретение баллистических ракет, оно утратило всякое стратегическое значение. Я там смотрела и как раз вспоминала, помните, Итуру Пашикатан, значит, не передавать Японии, потому что это контролирует, значит, море, все такое дело, этот стратегический контроль. Вот как раз я вспоминала эту крепость Пуэрто-Рико. Что в современном мире... С изобретением баллистических ракет некоторые вещи потеряли свое стратегическое значение. Я к тому, что сейчас мы наблюдаем дальнейшее развитие этого принципа. С появлением такого количества дешевых дронов Черноморский флот потерял свое стратегическое значение. Да вот просто, на мой взгляд, это какая-то неотменяемая история. Вот насколько история под Авдеевкой не очень приятная для Украины, то вот как раз Черноморский флот – это, мягко говоря, настолько неприятная история для Путина, что я просто не представляю, как он там переворачивается. А, значит, это вторая часть Мерлезонского балета. Не думаю, что значительное количество российских избирателей, что они там сильно переживают по поводу Котова, потому что, как я уже сказала, для них эта война происходит в каком-то другом измерении, и она в лучшем случае, ну, там, они смотрят, что экономика растет, занятость растет, даже, да, цены нарастут, но благодаря военному кейнсианству, в общем-то, даже и растут доходы населения. И там все рассказы о том, что российская экономика сейчас помрет, они... Не то, что сильно преувеличены, они оказались даже ровно наоборот. А поэтому, собственно, мы переходим к третьей части Мерлезонского балета. Если я не помню, в какой из своих статей Валерий Залужный как раз писал, что его задача заставить российское население почувствовать, что идет война. А, соответственно, и насколько я понимаю, вот это можно сделать только с помощью достаточно тяжелых ракет, которые будут выносить склады на территории Российской Федерации, и, соответственно, будет страдать российская логистика, условно говоря, под той же Авдеевкой. И дроны вряд ли выполняют эту задачу, потому что дрон не несет большого количества взрывчатки. Да, он может почему-то такому попасть, что удачно горит, но, откровенно говоря, вот насколько дрон... хорош против танка или против корабля, мне кажется, что вот эти дроны на большом расстоянии, он пока, мы не видим от него существенных результатов. А дальше вступают в дело политические соображения, которые заключаются в том, что Запад справедливо опасается, что если передать Украине ракеты, которыми нас может бить по территории Российской Федерации, то, во-первых, это приведет Путина к тому, что он очень сильно отреагирует. Он вот даже пригрозил Германии практически, насколько я понимаю, Германии пригрозили, что если будут переданы Таурусы, то вот чуть ли там не до ядерного удара дело дойдет и так далее, и так далее. Это, конечно, был блеф, но, тем не менее, это было очень характерно. А во-вторых, я думаю, откровенно говоря, прежде всего, чего боится Запад, что, не дай бог, такая ракета попадет куда-нибудь по тому же самому дому где-нибудь в Белгороде, даже не намеренно. И после этого действительно костей не соберешь, и после этого те же самые западные газеты будут писать, ну, что-нибудь типа вот те, вот эти, и, соответственно, как мне кажется, вот такими небольшими дронами никаких существенных результатов на территории Российской Федерации достичь будет трудно. А если Запад не будет передавать для этой цели ракет, собственно, не передает 2 года и не собирается передавать, и более того, мы видим, что поддержка Украины сокращается. Единственный вариант, который я себе представляю, это если Украина построит такие ракеты сама. Это будет там, дальнейший ответ Путина, может быть, непредсказуемым, это тоже понятно. Но способна ли Украина сейчас построить такие ракеты, тоже вопрос. Ну, вот так вот как-то, мне кажется. Интересно, Макрон сделал
новое заявление, он снова сказал о том, что нет никаких красных линий в поддержке Украины. Утром 7 марта он встретился с лидерами парламентских партий Франции. Он рассказал им о ситуации на поле боя в Украине и о том, что, как он видит поддержку со стороны Парижа. Пообщались журналисты с лидером, с политиками, которые были на этой встрече. По их словам, Макрон подтвердил, что у него отсутствует намерение устанавливать ограничения или какие-нибудь красные линии в вопросах поддержки Украины со стороны Франции. Ну, то есть мы видим, что как раз Париж, что как раз Макрон пытается стать этим локомотивом в поддержке Украины, и что он пытается менять позицию Запада, судя по всему. И сейчас мы тоже читаем газеты, что Британия неформально пытается повлиять на Шольца. И мы же понимаем, скорее всего, эта дискуссия, она существует о передаче Украине тех же ракет и, возможно, отправке контингента в Украину. То есть официально, да, мы тоже Шольц там пытался оправдаться за те разговоры, за те шпионские, за тот шпионский скандал. Но, тем не менее, давайте все-таки не исключать, что такая дискуссия, скорее всего, есть. Макрон бы просто так не говорил об этом публично уже третий раз. Поэтому, мне кажется, все может быть. Ангелина, мне очень жаль вас разочаровывать, но, к сожалению, Макрон, как и другие западные лидеры, они отличаются ровно тем, что они говорят просто так. И это одна из, конечно, потрясающих уроков этой войны, потому что, ну вот посмотрите на китайцев. Они не говорят просто так. Они или делают, или не делают, но, во всяком случае, они не говорят. А когда ты видишь европейского политика, который, извините, как говорил один известный персонаж в одном очень известном сериале, и свистят, и свистят, и свистят, и свистят, и свистят, и свистят. И как бы... И они 2 года-то свистят-то. А дальше что? Макрон сказал, что он не исключает. Потом он сказал, что исключает. Потом он, значит, опять про красные линии. Ну, простите, ради бога, а можно вместо этого что мешает, ну, например, ну, хорошо, Макрон, что мешает американцам поставить, у них осталось неистраченный Presidential Drawdown Authority на 4 миллиарда долларов, еще раз, на 4 миллиарда долларов. Когда там говорили Андрей Ларионов и Руслан Левеев, все думали, может, они как-то не так посчитали, но вот когда Андрей Ларионов написал об этом статью англоязычную, то после этого CNN сказал, да, правда, у нас тут осталось 4 миллиарда долларов без всякого 60 миллиардов, которые вот никак не примут в Конгресс. Но, простите, давайте... Вот эти новости в будущем времени, это то, чем всегда в начале войны занималась путинская пропаганда. Они всегда рассказывали, значит, у них там буревестник, у них там еще чего-то, и вот сейчас это будет, и сейчас это как пальнет, и сейчас это как это так далее. И все это было очень смешно, потому что новости в будущем времени, это означает, что люди вместо настоящей войны занимаются гибридной, а люди занимаются гибридной войной тогда, когда они не умеют вести настоящую. Но вот 2 года на наших глазах... Запад, сколько же мы будем рассказывать, сколько же мы будем обсуждать то, что в очередной раз была ли неделя, когда Макрон чего-нибудь не сказал? Такое вот. Раньше он вообще не говорил, а сейчас уже дискуссия есть. Да не, он, слушайте, говорил, да, извините, когда была Буча, когда в апреле, в мае, в позапрошлом году, да, конечно. А, нет, в прошлом, простите, ради бога, что же это я говорю. Сейчас я уже совсем запуталась. Боже, что мой, да-да. Да, соответственно, еще в 22-м. А, да вспомните, как Зеленский выступал, как его встречали как нового Черчилля, как национального героя. Ну, тогда казалось, что просто на Украину сейчас прольется дождь из атакамсов F-16 и так далее, и так далее. За это время они даже не удосужились поставить F-16. Хотя, откровенно говоря, мне кажется, вот мы, кстати, тоже не обратили внимания на это, что вот эти А-50, которые уже 2 погибло, и это оказывает очень существенное влияние, конечно, ситуацию на поле боя. Ну, я бы не исключала, например, что это какой-нибудь F-16 прилетает из Румынии и что-то такое делает. Юлия Латынина,
письменниця, журналістка з нами була на зв'язку. Друзі, будь ласка, коментуйте цю розмову, підписуйтесь на YouTube-канал «Сейчас», поставте лайк цьому інтерв'ю, щоб його побачили якомога більше людей. Для нас це важливо. Спасибо.